Весна. Время наводить порядок. Красота ожившей природы после долгой зимней спячки заставляет, преображает не только людей, но и города и селения нашего туристического края. Вместе с потеплением работы по благоустройству территорий прибавляются. В Карачаевске на завершающем этапе замена придорожного ограждения при въезде в город. Ахмат Халкечев продолжит. Общая протяженность заменяемого ограждения в пределах полкилометра, но небольшие объемы производимых работ ни в коей мере не определяют их значимость. Ухоженный вид главного въезда в туристическую жемчужину нашей республики весьма велик, отмечает руководитель профильного управления мэрии Марат Уртенов. Ведь парадная нашего городского округа является лицом всего региона. Картина, которую наблюдает проезжающий турист, обязательно будет в числе первых его впечатлений, резюмирует он. Хотелось бы отметить, что в данном участке не производилось ремонтные работы с советских времен. Реконструкция ведется за счет средств местного бюджета. От себя хочу добавить, весь наш город после реконструкции забора будет украшен не только для муниципалитета, но и туристическими воротами нашего региона в целом. Решение облагородить ворота к всемирно известным курортам Тиберды и Домбая лично принял мэр Карачаевска Марат Урусов. Позитивные перемены по душе и горожанам. Давно уже была пора, говорят они. Я 74-го года живу в Карачаевске. Даже не помню, когда старый забор ставили, это было давно, но он уже осыпался, посыпался. Этот забор вообще намного улучшает вид города, въезд в город. Ну, особая благодарность мэру нашему за это. Так, нормальный забор, мне очень понравился. Спасибо большое всем, кто принимал участие в этом деле. Как поведал Мурат Уртенов, завершение работ планируется до конца текущего месяца. Ахмат Халкечев, Ислам Урумов, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.